бытовом уровне проявление этой правительственной инициативы это можно встретить практически повсеместно. Так, например, в уборных многих японских ресторанов, крупных торговых или развлекательных центров сушилки для рук были заменены бумажными полотенцами. В таких случаях рядом красуется надпись, в которой жители страны просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Введение режима экономии электроэнергии связано с тем, что в стране после аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году сейчас не работает ни один из имеющихся 50 коммерческих атомных реакторов. Стоит, правда, отметить, что правительство не ставит перед энергетическими компаниями четких выраженных в цифрах целей в деле экономии. Министерство экономики страны призывает частные компании смещать рабочие часы на ночное время и праздники, когда страна потребляет меньше электроэнергии. На станциях метро и железнодорожных вокзалах предполагается также отключить некоторые эскалаторы и часть освещения в те часы, когда поток пассажиров спадает. Наиболее тяжелое положение, как полагают эксперты, будет на западе главного японского острова Хансю, где АЭС давали более половины используемой там электроэнергии. Проявление экономии электроэнергии можно встретить и среди простого японского населения, которое в этой ситуации проявляет себя крайне сознательным. Так, очень многие, несмотря на жаркое время года, отказываются от кондиционеров и пользуются, естественно, вентиляцией в виде открытых окошек.